so dumb. Добрый день, Руслан Иванович. Всемирные телевизионные новости. Короткое интервью буквально на 2 минуты, если можно. За этим заявлением, похоже, ничего нет, кроме блефа. Вот, как всегда. Видите, настораживает и то, что давайте будем говорить правду. Кремль вооружал Временный совет, и вдруг в этом заявлении ставится на одну доску Дудаев и Временный совет Абтурханова. Разоружайте сети и другие. Ну а зачем же ты вооружал? Кстати, если бы не было вооружения этого Временного совета, если бы сюда не посылались танки, мы бы уже давно другими средствами, теми средствами, о которых говорила вот миротворческая группа, уже бы давно бы смели бы этот режим. Еще один летит, по-моему. Оказывает помощь в этом мире только Всевышний. Что там президент России принял, какое заявление сделал, его содержание, там нет основы никакой. Пропаганда, пропаганда, ложь, ложь и насилие. Поэтому руководство России... И эта опасность, она существует, что Россия развязывает сейчас гигантскую бойню во всем мире. Вот этого фактора бояться, и этот страх обязательно придет ко все дома, во все дома. Из других стран, стран СНГ, в частности, или каких-то других, не исламской веры.